Большинство одесских школ полностью готовы к началу учебного года. Об этом сообщила директор профильного департамента. Елена Буйневич добавила, что за парты сядут 11 тысяч первоклашек. Кроме того, мэрия планирует открыть новую школу на маршала Говорова 1. Она рассчитана на 1000 мест. Школе присвоен статус «Одесский лицей европейский». Сейчас там завершаются благоустройство территории и ремонт помещений. В учебное заведение набрали уже 4 первых класса. Как и во всех остальных школах города, там дети будут учиться в формате новой украинской школы. У первоклассников будет не только новая учебная программа, но и парты. По всей Украине вы слышали, что наши производители не справляются с таким объемом заказов, но тем не менее до конца сентября мы планируем оснастить все те учреждения партами нужд, которые нуждаются в замене мебели.